Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Не очень приятная тема у меня сегодня. Смотрите, вся гортензия моя померзла. Сначала отошла, но потом морозы ее прибили. Все надо обрезать. Там вот есть молодые побеги, так сказать. Вот видите, что наделала мороз. Сколько лет она у меня уже, очень давно, и ничего не было с ней. Метельчатая чуть-чуть отходит, но очень, ну, она не замерзает же она. Такая, а эта вся замерзла. Сейчас я вам покажу. Вся. Вот видите. Опять метельчатая. Метельчатая есть. Вот она. Это опять. Слабенько, слабенько, слабенько. Там она где-то отходит. Вот пересадила древовидный пион, новый кустик. И очень начал хорошо расти на этом месте. Посмотрим, как он там вырастет. Это опять. Ну, тут вот вроде бы пробивается чуть-чуть. Чуть-чуть такое вот зелененькое, как вроде бы. Если не будет мороза, может. Но все надо... Магнолия вроде бы не замерзла. Вот видите, бутоны есть. Есть бутончики на магнолии. Будет расцветать. Вроде бы, ну тут ее туя, может быть, прикрывает. Вот опять следующий куст. И опять все. Все пропало. Все, тут даже нету и... И чтобы отходила от куста, чья-то от корня. Она даже не отходит от корня, это замерзла. Или что такое. А, вот там вот есть маленькие-маленькие. Это такой красивый куст. Она такая была полная, очень красивая. Вот видите, что... Ну, эти молоденькие при... Ну, живут. Это вроде бы все отходит. Дуболистная. Вот. Это не замерзла. Еще тут один кустик. Вот. Тоже не замерз. Дальше идет. Тут стояло, это надо половину обрезать. Это тоже никогда не мерзнет. Почти никогда. И вот куст. Это голубая, красивая. И тоже, видите, вся... Вся замерзшая, даже и вот листики прихватил мороз. Видите как? Ай-яй-яй-яй-яй, что делает? Ну, это же я, наверное, такая хозяйка не поприкрывала. Вот так вот хотела вам показать, дорогие мои подписчики. Мою... Гортензии в этом году цветений не будет. Ну что ж, так вышло, значит так вышло. Вот кратенько хотела вам это все показать.